Меньше часа назад стал известен подробный список экономических ограничений в отношении Турции. Правительство, выполняя указ президента, приняло постановление. Полный текст на официальном сайте Кабмина. Первый пункт о запрете на ввоз турецких продуктов. На новогодний стол они еще смогут попасть. А с 1 января под эмбарго овощи, фрукты, курятина, даже соль. Словом, все, что могла предложить Турецкая республика. Уже с сегодняшнего дня запрещены чартерные рейсы в Турцию. Из-за радикальной исламизации страны это необходимая мера. Исключение для самолетов, которые будут забирать оттуда наших туристов. С 1 января приостанавливается безвизовый режим. С той же даты нельзя нанимать на работу турецких граждан, если только с ними уже не заключен трудовой договор. Серьезные изменения произойдут в деловых контактах. Так приостанавливаются переговоры по соглашению о торговле услугами и инвестициях. Отмечу, стратегические проекты, такие как «Турецкий поток» и строительство АЭС на южном берегу Турции, в постановлении не фигурируют.